бывает через семена, вот это черенкование. Через несколько лет они прорастут и становятся. Первый он сначала очень яркий такой, слишком пустой, наверное, какой-то, да? То есть он глубоко не проходит. А потом он становится более утонченный аромат, он раскрывается. А потом он мягче, но утонченнее. Вот это горнейшуюся глаза. Вот здесь в Куйшан проходит ежегодная выставка фуцзянского чая. И представлены все самые крупные, большие производители чайной продукции. Не только чая, но и чайного масла и всего, что сопряжено с чаем из Фуцзян. И вот и я здесь уже который раз. Hey, come on.